честь десятилетия со дня открытия ортопедического салона компании «Альтермед» в Хасавюрте состоялась конференция, главной темой которой стали принципы ортезирования пациентов с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, роль ортезирования в эффективности лечения и реабилитации. Целью встречи была презентация нового инструмента для качественного и быстрого лечения. Бренд-менеджер по направлению ортопедии Александр Павлов провел презентацию нового инструмента для лечения нарушений опорно-двигательного аппарата. Сегодня я хотел бы сделать некоторые выдержки из этого метаанализа для того, чтобы мы вместе с вами говорили как бы на одном языке, для того, чтобы мы поняли, зачем вообще ортезирование, да, и какая история ортезирования. Кстати, кто знает, когда вообще началось ортезирование? Вот в том понятии, о котором мы сегодня говорим, а не из серии гипса. Гипс — это тоже ортезирование. По большому счету, да, это тоже ортез, просто это ортез полной степени фиксации, тутор, который, к сожалению, есть, у которых есть некоторые осложнения, да, и если сравнивать с такими ортезами, да, которые более мобильны, которые позволяют включать работу мышц, которые блокируют патологическое движение, при этом сохраняют естественное, поэтому, собственно, быстрее восстанавливаются суставы, мы будем сегодня в большей степени разбирать. По итогам конференции приглашенные специалисты медицинских учреждений высказали свое мнение по поводу презентованного инструмента и отметили, что с нетерпением будут ждать возможности воспользоваться им на практике. Курбан Гериханов, Пирмагомед Пирмагомедов. Информационная программа «Пульс».